Дорогие туристы, добро пожаловать на нашу сегодняшнюю экскурсионную программу ДМ Ленира Кекова. Экскурсия у нас историческая, религиозная и, соответственно, является частью морской развлекательной программы, включающей в себя историю. От лица компании Mars Travel, от себя лично, мы рады вас приветствовать на турецкой земле, на борту нашего автобуса. Позвольте я вам представлюсь, зовут меня Шамиль, имя у меня не очень сложное. Я являюсь вашим сегодняшним экскурсионом. И в дальнейшем меня делят на несколько провинций. И наша сегодняшняя азиатская часть страны когда-то называлась Восточным Римом. И правил здесь великий император Константин, который как оставляет глубокий след в истории, так же и в мире христианства. Он первый из римских императоров, который принимает религию христианства и будет ее официальной религией Рима. Первым портовым городом здесь, на юге этой страны. Аладдин Кейкубад выбирает город Конью. Это первая столица в истории турецкого народа. Давай вот на фоне камней, что ли. Вот кровати. А, вот кровати. Стрелочку вверх. Андрюш, стой! Также в 11 столетии опять Византия занималась строением храма. В 19 столетии ученый Андреев обнаружил здесь на территории храм святого Николая. Христианство. Там два саркофага. Один настоящий, другой не настоящий, когда надо было ввести. Bye.
Так, а это древний финикийский амфитеатр. Перекрывал домашнего мастера. Небольшая установочка. Я снимаю жена. Я нахожусь в Турции. Канал домашнего мастера. Да. Отвертки разные бывают. А вот когда вот идет отвертка, как сказать, канал домашнего мастера. Желтая такая отвертка, на фоне разрастался. Ну и вперед. Вообще, что-то нормально, да? Да, наверное. Фотографироваться в храме можно везде, только не свою, для того, чтобы покупаться можно было бы. Уважаемые туристы, поэтому фотографироваться в храме можно везде, но сотрудник с монетами. Обнаружив ресурсы, купец воспользовался во благо отдела и обустраивает личную жизнь своей старшей дочери, выдает ее замуж. Об этом узнает святой Николай Чудотворец. Ровно через год в этот дом, в это время он возвращается.